говорю, извини за выражение, а в чьих вещах ты сейчас сидишь-то, блядь? Лёшкин. Ну, Алёшка чей подписчик? Твой подписчик. Мой подписчик. Ну, а если б не было моего канала, приехал бы к тебе Лёшка? Вряд ли. Сомневаюсь. Ну. Он просто... А это... А тут же, когда мы в этот... Вчера он приехал. Да подожди, подожди. Я чуть по башке не надавал. Да правильно, лучше надавал, блядь, по твоей бестолковке, нахуй. А это... Когда в МФЦ мы ходили, блядь, я же тебе станок покупал, 100 рублей тебе дал, а ты говоришь, у тебя Женя спрашивает, или там подписчики спрашивают, дает маэстро денег, вы такие с Машей, нет, а час назад я ей 100 рублей здесь дал, прямо вот здесь вот. С Машей проблемы вообще. И тебе, когда в МФЦ ходили, ты, Сань, дай похмелиться. Я сам попросил. Ну, я сам лично. Что, я тебе отказал, что ли? А ты никогда не отказал. Ну. Да я то же самое говорю. Слушай, давай сегодня вечером куда-нибудь отойдем в сторонку. Ну, не здесь я же подстригать буду. Ну, кошмар, блядь, пиздец. Шапку я тебе принесу, есть там какая-то шапка. У меня, короче, есть для тебя кроссовки, штаны. Но эту одежду я хочу к чему-то приурочить. Понимаешь? Чтоб нам куда-то пойти и чистому тебе. Понял, да? Я пока приберегу, но они твои, они лежат у меня. И машинка заряжена, блядь. Куда-нибудь отойдем в сторонку. Ну туда вот, за вокзал. Я тебя быстренько оболваню. Ты хочешь на лысо? Не, не на лысо, нормально постригу. Коротко. Коротко. Да, коротко. Да я его, кстати, не узнал. Я же тебе сказал. Кого? Как тебя побрил, я его не узнал. И шапочка спартаковская. Так, сегодня у нас 12-е. Я послезавтра буду этому чуваку звонить по поводу работы. Как мы с тобой разговариваем. Да, да. О, черненький проснулся. Кеды надо. Опять суть, кеды надо. Все переклеено, блядь. Кедов нет вообще. Ебаный насос. Особую проблему. Ну, что-нибудь придумаю. 44-й у тебя, да? Да. У тебя 42-й, да? 41. 41 даже. Подстригу я, блядь, я уже обещаю, 4-й день никак нахуй. Машинка есть, все есть. Надо Саню синего тоже подстричь. Его. Так, курить у тебя есть, ля, 18 пачек. А? Да. Я тебе вчера обращал, что у меня что-то флешка. Да, да, я помню. Есть у меня флешка. Там знаешь, какая флешка? Как в компьютер вставлять. Вот такая. Да мне какая разница. Там у тебя не с собой эта хуйта? Не, она у меня в Бристоле. У моей подруги. А. А моя подруга... У меня флешка есть, как в компьютер вставлять, такая. Она придет туда? Я не знаю, какой у тебя там вход. У тебя флешка туда вставляется, как в телефоне, или как... Какой? Или вот зарядка вот такая, да. Вот такая вот хуйня. У меня вот такая. Вот такая. Вот такая флешка у меня есть. Да. Я тебе закачаю там песен 20-30 и принесу тебе. Много. 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 Тебе какие? Мама, не ругай меня, я пьяный. Соя? Соя? Потом группу Любэ. Так, порнуху закачать? Татушки. Нет? Нет. Саня, а как у тебя... Мои 90-е. Как у тебя половая жизнь на улице проходит? 90-е. Да. Расскажи ребятам, подписчикам, как половая жизнь у тебя на улице проходит. Половая? Да. Половая жизнь. Вон бетон. Бетон? Да. А как же? Бетон, матрас, дай раз. Дай матрас. Хочешь левый, хочешь правый, да? Да. Это поэтому ты перчатки носишь, да? Да. Чтоб мозолей не было? А каждый день меняю. Понял. Ой, зеленкой. Протираются, да? Да. Ясно. Ну, курю, сжигаюсь. Ага. Вот. Понятно. А когда ты флешку привезешь? Завтра, Саш. Я вечером вот. Сегодня закачаю музла туда. Ну. И вот такие наши СССРовские дискотека. Понял, понял. Только Запад не надо. Не ори, я рядом это, стою. Слышь, да. Можно это SOBASE. SOBASE. Да. Доктор Албан, SOBASE. Да, ну, 90. Понял я тебя. 90 я был. Ну, это тогда у тебя там народу будет под платформой, я ебу. Да. А не ловит. Что, сейчас по 100 рублей пьете эту водку? Я не пью. Не? Не пьете? Не пейте ее нахуй. Лучше подождите, 250 соберите нахуй. Никто и не пьется.
Понял. А Лёва на нас злой. Злится. Лёва злится? Да. А? Он сюда приходил. Лёва? Да. Злится, ко мне не ходит. Да. Нахуй. Я вообще, бля, пью вино. Три топорика. Саня, свой, это, Валера, а сколько у тебя? Сколько у тебя, Валер? 30? Бля, ну я добавлю на бутылку, а Саня не пьет нихуя. Есть вино у тебя? На водку. Я водку больше не пью. Давайте, давайте лучше купите два пузыря этого. Вина. Вина. Вино, все пьют, и Саньку нальете. Ты пьешь вино? Черное вино. А, у тебя еще водяра есть? О, бля. Ну, чем угостил? Ну, вино. А кто ж эту водку-то принес? Ебаный, брат. Ты, брат. А кто тебе еще принесет? А я не знаю. Майор. Валерик, я, блядь, не представляю, что с тобой делать, братан. Как тебе помочь? Ёжик. А? Не надо. Не надо? А что ты, помирать будешь? Я... Когда я нуждался в тебе, ну когда мне нужно, ну потихоньку, я обращался. Ну это нельзя. О, брат, нормально. Не, вообще я говорю, как, может, блядь, пенсию пробить, может, что-нибудь. Че, здесь ты умрешь нахуй. Да вчера я бы забрал. Ой, за ней схожу, за кого? И ты посмотришь. Сходи за колонкой и на два вина купи. Давай. А да. Мне, я там и держу престол. Ну, ну. У меня, блядь, у меня там подруга. 500 рублей. Да. Интернет. А, тебе это, кто-то просил вчера подписчики, блядь, закачай. А, у тебя нет интернета, да? WhatsApp, да, WhatsApp, да, нахуй, поставь. Ну, у меня сейчас нету Huawei, тебе 500 рублей на телефон. Позвони этому, Якут, может, тебе этот поможет. О, я его 100 лет уже не видел. Да не, нет, не тот, их подписчик. Спартак, Спартак, да. Давай на две. На две даю. Вина. Это не на водку, я вино. Да, два вина, да. И будем пить. Эх, пить будем, и гулять будем, я не хочу. А смерть придет, или помирать будем. Давай, Саня, я тебя жду с этим, нет, с балалайкой. Нет, завтра привези, пожалуйста. Я тебя сейчас жду с балалайкой с твоей. Неси ее сюда. А, телефон цел, да? Там ребята ставки делают, насколько до Пасхи продержится телефон. А? Я знаю, гитару твою сломали. Надо было ее забрать, а вы вообще ее выкинули. Если бы ты был в тот момент, я хотел... Да я был, я видел эту гитару. Ну. Я видел ее. Ты принес ее, блядь, с грифом вот таким вот. На полке. Ты сам знаешь, что там. Дегистанции надо. Нет, баб. Прости уже. А где ж Манька-то наша есть? Манька на М10. А, на М10 опять катаю. Тут слишком дофига произошло. Ебло набито у Мани? А кто ей секанул? Ее выебали. Выебали? Я его. Меня полицейские попросили. Валера, иди помоги. Отсюда. Кто ж на нее позарился, блядь? Да дура, блядь. Она упала, а ее падает. Не, кстати, то, что лицо у нее разбит, 100 пудов, ее никто не трогал. Просто она. Брат, заяву писала. Писала заяву? Я не знаю, кого. Заяву написала. Потому что такого... Она сама не помнит, ничего не знает. Ну, я ее лично одевал, что это... Ну, в больнице она не была, а то говорили, в больнице она... Нет. А, отчитали. Две скорые приехали, две полицейских приехало, блядь, машины. Ее не взяли. А тебе, это, Кость, а тебе кто должен сказать, когда суд? Ну, оператор. Отсюда линейники? Наши. Не, Лёх вчера красиво приехал, вообще красава. А чё, что мне не набрал, я тоже подошел. Кружку бы ему подарил. Ну, близкие такие. Ну, всё, позвони ему, а? Ты всё. Лёху знаешь? Конечно. Да, ты здорово, боже, такой мужик. Я был у него, ну, не дома, а возле дома.
У него, короче, тачка, наш этот, как его, УАЗ-патриот. Только. Да, 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 знаем. Только это, с кузовком, как назвать? Да, с кузовом. Не, он, и он у него заряженный. Сниматься там, не по-моему, что он сказал, трехлитровый, не короче, движок. И там, да, прокачанный двигатель. Да, да. Нормально он приехал. Он мне, блядь, я через дороги перехожу. Иду, короче. Провод? Он мне шумит. Костян, иди сюда. Ага. Сотку мне. Все, хорошо. Аслана не видно. А где он есть? Идет, Аслан, ты кури. Нет, пока нельзя. Даже проявлю. Курим парламент. Бандины. Сами ходим без ботинок. Без ботинок ходим. Либо идиотка. Кто? Майка, либо дебилка. Заява на как-то. Ну ты чего, я сегодня и говорю. Да это заява. Кто был? Да. Двое в черных куртках. Да я сам ее одевал. Она голая. Голая лежала. Я сам лично ее одевал. Мне космос говорит, а космос я думаю... Мог помочь. Не, я его просил помочь. Я Валерку просил, потому что она неподъемная. Слышь, она говно вообще какая была. Вообще пьяная. Это понятно. Но я не верю в то, что я кто-то... Ну, в смысле, там, по лицу ударил, да, вот это. Сама она вечно летает, как да, это было. Да, вот она и ударила. Да. Асфальт там болит. Ну там не удар, там ссадина, да? Ссадина. Асфальт там болит. Ну. Да. Потому что от кулака так не будет. От кулака, да, рассечение кулака может кулака. Быть, а так... От кулака может быть только одно. Такие бланши, а у него нормально. Не, ну рассечение может быть, а нет, там... так-то же не сдерешь. Видно было. Я ее когда поднимал, у меня полицейский. Я маску поднимаю, но если человек никакой, вообще никакая, она падает, а как ее поднять? Ну, вот если человек пьяный, как ее поднять? Его не вообще не такой. Ой, извини. Да. Космос, отойди в сторону. Так, ну где наш бомжик? Ты-то это, слышишь? Не соберешься, чтобы дойти до этой, до бани. Сейчас вроде температура, погода нормальная, ни метели, ни хера завтра. Нету. Нормально. А? Завтра уже плюс 3, обещаю. Да. Вот теперь можно будет. Тебе в Лианозе. Да в нахуй Лианозе, вот. 700 метров, на. Сюда потом вопрос, можно потом? Ну, конечно. А я в Лианозово. В Лианозово-то ехать, ему прыгать надо на электричку, куичку. А здесь ты... потихоньку доканделял. И помылся. Там через день она... Открыли. Но закрыт какой-то. Открыли. А что ты туда не пойдешь, Валерий? Неохота. Лень, матушка. Нет. А? Ну вчера. Я бы тебе принес там трусы, носки, да, блядь. Скоро забрали. И он уже здесь. Ну не бывает же такого. Не положили там. Ну а то ушел, да? Ты в какую сейчас? Опухший, блядь, пиздец. Ты, наверное, все больницы уже прошел. Где все отделы здесь взял? И прокуратуру взял. Нахуй, хотел подписчице встретиться с подписчиком со мной, не поеду на. А то я тебя опять не постригу сегодня. Валера, пухнешь ты, с тобой себе без того. Вчера Леха, прикинь, его на скорой забирали. Он уже скорую забрали. Он пошел смотреть, Валера. Выходит такой. Как говорит? Твою мать. Дверь открыл и охуел. Запах.
Ну, а сейчас, конечно, есть. Я ему все, а есть ли шмотки там, да, клетки еще. Ну, спина, это не смешно, конечно. Ты лечись, Малера, лечись. Спина пиздец там. Он не хочет. Запахан чмо. Он не хочет. Да. Ну, конечно, мы его сейчас. Он сожрал. О, гитаристка. Ну, где ж бомжик, что он до Бристоля пошел и куда он делся? Ну? Уж кто-кто, а Саня-то, Сашка никогда не делал. Так что, блядь, Валера, нахуй, говори. Девушка, резиночка, девушка. Говори сюда правду, нахуй. Все как есть. Серьезно, серьезно. Ты нахуй мой зануба, знаешь, что? Ого, бери ноги. Вам помочь надо? Бля, ты мой брат, сейчас чуть-чуть потеплеет, короче, у меня это. Будут съемки, как и я с вами, короче, я с вами недельку тусануть, короче, на улице. Как мы жрать варим, блядь, как мы спим под платформой, нахуй. Всю вот эту хуйню хочу. Да. Всю хуйню хочу снять, блядь, показать людям, где мы моемся. На недельку с вами по бомжую возьмете, нет? Я на базу. Там еще очистить. Они уже не залазят. Под платформой спокойно. Не бойся, когда ты один. Под платформой. Бойся, когда вас двое. Ну да. Покажу подписчикам, как можно трезвым прожить на улице. Никто. Можно. Ну что, не завязывал я ни разу, что ли? Завязывал, конечно. Пусть к вообще идет, кстати. Сколько ты, если горите, вообще ехать? Учитесь, подписчики. Лайфхак от космоса. Пей до того. Пей до дна, пей без промаха. Один хуй отсыла черемуха. Где ж Санёк вообще? Нет, надо я. Ментол ебал. Валера, будь курицей. Да. Ментол. Давай выкину. Человек вчера привез. Я вчера отдал. А может, он мне звонил, я не слышал. Ну, не было, у меня он записан, номер-то его. Да легче можно вообще позвонить. Ну, ты сам знаешь, он меня... Саш, вопрос какой я хотел? Да. Ну, ты извини, вот это я хочу ее выкинуть. Куртка какая-нибудь весенняя, легенькая, если попадется. Да это уже ей пиздец, снег у нее чище всего. Короче, провожу рукой, да, и белые пятна выступают. Ну, какого. Грязь уже там, короче. Пизда. Да и надо переходить на весну. Давай же, так. Будет что-нибудь. Я буду должен, брат. Я подгоню. Так хорошо сейчас будет. Только что-нибудь? Не баллоне. Если можно не баллоне, а такое типа. А, вот такой типа. Вот стряпки. Или как их он называет? ХБ. ХБ? Если Колумбия. Сразу. О, Лёхи. Это же Колумбия? Апрель. Я сыр. Меня 9. Мы договорились. У тебя 9 апреля днюха? У него 5-го. А, у Лёхи 5-го. У меня 9-го. Я помню. Пьем 9-го, да? И вы день рождения отмечаете? Сначала начинаем. Короче, неделю. С 5-го начинаете? Куда ж бомжик-то делся? Во, мудил он. Я приду туда. Может, очередь? Да какая там в Бристоле очередь? Бывает. В другой раз заходишь, человек 5 дают. А где Аслан-то есть?
а славные его менты еще не были. О! Вспомни говно, и ты понял, вот. Я понял. Говно. Валера, пиздец, ты протух. Я говорю, что... А нормально, похмелился, бля. Что там у вас? Пожрать? Мясо какое-то. Может, собакам брать? Да похуй. А собака? Собака? Собака, если ест, значит, человеку можно. Да, да. Собака не будет. Ну. Ага. Так, бомжик, колонку принес. Санька, взял колонку-то? Братан, где тут у тебя вход? А, еще зарядка есть. А, вот он, код. А, у тебя тут и такая флешка вставляется, и такая, я понял. Да. Ой, нет, понял. Без песни не принесу. Все, закачаю. Я прям сейчас пойду, закачаю, принесу тебе. Там закачать недолго. Слышно, флешка такая. Тут вот маленькая, видишь, из-под телефона вставляется. Ага. А сюда вот большая вставляется. Ага. Это как бы что-то зарядка. Да. Какой-то зарядка. Да, да, типа вот как зарядка, такая же флешка у меня. Такая же величиной и такая же она хуйня туда тыкается. Орёт пиздец. Я знаю. Не потеряй. Что там у тебя в сумке еще есть? Ох, блядь, ёб, два пузыря. Давай, это надо отнести. Давай, я не знаю. У тебя ещё вот? У меня нет уже. Алкоголик, блядь. Обрадовался нахуй, смотри. Смотри, не спалитесь, а то менты выльют нахуй. Или разобьют. Сегодня нормально. Нормально? Не Леха? Здесь нормально. День не лёшь, а они... Сейчас. Ой, какая. Третьи рючки, третьи рючки. Сан. Да. Ай, в рот компот. Можно говорить? Э? Губа Валера лёг. Ты вчера сюда, да? Ага. Я сюда. Ну я уснул, пиздец. Будет менты, да? Я смотрю, Валера нет. Я говорю, а где он? Выгнали, сучи. Таки. Они говорят, иди спи на вокзал. Прохожу на вокзал, да? Подходят менты. Куда едете? Я говорю, я никуда, я греюсь. Тогда? На выход. Покиньте. Я говорю, я не покину, замерз. Документы. В следующий есть? Раз я тебе говорю, билет берешь за 34 рубля и там спишь. Да, да. Меня не спрашивают, документы есть? Есть, показывал. Ну, документы стоит. Белорус, спи. Спи, блядь. Я понял. Я серьезно, так и было. Я один здесь белорус, не вижу. Почему? Я весь день белорус, а ты не раньше до хера было, сейчас вот ты один нормальный, здравый остался. Не, тут Валера, был один. Валера проходит. Он работает. Был Настрой. Один. А, ну это с Любой, который. А, Люба, да, да, да. С Любой. Он работает. Он вчера был с нами. Ну тут же. А, и ты был. Любаньку-то он забрал вчера? Кто? Любу забрал он, Валера. А, да. А сегодня она была одна. А, у нее выходной. А. Сегодня. Угу. Валера работает, она. Ты ее вот это напоил? Поет, и он гостил. Ну, гостил, поет. Поет у нас другой человек. Так, ну все, куреха есть, все заебись. Курево есть. Так, за куртку я не забыл. Куртка, блядь, те ботинки, нахуй, ёпта. Ботинки? Для космоса у меня все есть, на круг. Да, чем-то обещал, блядь. А, брат, а неудобно? У меня, короче, в сумке, да? Mm-hmm. Кроссовки. Сай. Только не цвет красный, сейчас. Mm-hmm. Красного цвета. Стыдно ходить красный, да похуй. Да похуй, ты что, наоборот. Размер. Наоборот, прикольно. Размер. Ты что? А? Я сейчас эти выкину. Не понял. Баня. Я говорю, просто цвет красный, хуёво. Ну, баня, вот она. Что, дойдите туда. Баню. А, именно в баню. Валя, этот, Серёга, Серёга Крымский, он сейчас в Воронеже. Он приедет. Он сегодня, кстати, приедет. А, сюда? Нет, не сюда, домой. Он в Воронеже там в гостях. Носки красные не спил.
Я понял, не, что вам не хрюк. Он меня с собой звал, а я не смог поехать, я на работе ходил. А я тебя, да. У меня тоже черный. Так, ну ладно, все нормально. Все, уважаемые подписчики, сегодняшний день на Савеловской. Показали вам немножко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю, всех обнял.